Рабочий день сотрудников компании, реализующей косметику для салонов красоты, начался со спасения птицы. Что за дичь попалась им на глаза, люди не знали, но птичку было жалко. Это получается вот, где у нас здесь небольшой пятачок, и она там ползала возле дерева. Ну и вот, соответственно. В руки легко далась, не пыталась? Нет, убежала. Убегала? Сначала, конечно. Под машину залезли, вытащили. Жалко стало, мало ли тут всякие собаки вон бегают. Непонятно, и кошки, и все непонятно, взлететь не может. Проблем с размещением подраненного гостя не возникло. Картонных коробок в офисе хоть отбавляй. В одну из них длинноклювого самца вальчнепа и доставили в зоосад на заимке. Скорее всего, пернатая стала жертвой крупной хищной птицы. Сейчас вот смотрите, мы его посмотрели, особого ничего нет. Лапки нормальные, не переломные, крови нигде нету. Может, просто ушиб он или, ну как, может, ястреб за ним гнался. При этом до него стресс, а вы как раз вот его кто-то там поймал. Ну вот мы сейчас вот посмотрим, посадим его, посидит, если нормально, вон на озеро отнесем и пускай живет. Благодаря человеческой сердечности представитель семейства Бекасовых сможет продолжить жизнь в привычной для него среде. Травма оказалась несерьезной. Диагноз птичьего доктора – вывих крыла. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.